Я знаю, что творится в этом городе за закрытыми дверями. Ты ничего не забыл? Эй, кто это? Что происходит? Улыбочку, Дейл. Эй, убери телефон. Ты сядешь в тюрьму, уголовник хренов. В зале суда вам это не поможет. Да сдался нам твой суд. Нам нужны деньги. Это мы на страже города, ясно? Слушайте, прижучить педофила — наш моральный долг. Это верно. Ну и каков наш план? Мне нужны деньги. А что, если мы ворвемся и свяжем его? Охренеть. Мне нравится. Эрика. Мы отымеем его и заставим заплатить.